Значит, для тебя была только забавой. Нет, нет, этого не может быть. Это неправда. Неправда, слышишь? Это неправда, ты любил меня все это время. Ну скажи, любил. Не смей говорить о любви. Вот ты какой. Какой есть. А я-то всю ночь не спала. Как я ошиблась в тебе. Прощай. В возрасте 92 лет скончалась советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Муратова. Она родилась 23 февраля 1932 года в Тбилиси. Окончила в ГИК. Работала актрисой театра студии киноактера. Много снималась в кино. Появилась в картинах «По ту сторону», «Грешница», «Гранатовый браслет», «На завтрашней улице», «Анна Каренина», «Зигзаг удачи», «Седьмое небо», «Высокое звание» и других. Друзья, вы можете оставить комментарий под видео со словами поддержки близким, прекрасной и талантливой актрисы.